Итак, конкурс очень простой, на самом деле. У меня есть специальные прибамбасы, так их назовем, порезанные колготы. Я не хотел бы подавать челки, потому что челки дорого стоят. Порезанные колготы. Каждой из вас, девочки, я раздаю по одной ноге. Одна, да? Одна. Сразу можете потихоньку натягивать на голову. Тебе. Именно на голову, да? Тебе. На голову. Я не знаю, налезет на твою голову или нет. Впихнем невпихуемое. И тебе. Надевайте, вот как-то, ну как она там обычно сворачивается, да? Ну как-то натягивается, да? Что, подожди, сейчас. Главное, что... Не, натягивается. Отлично! Вот у него просто замечательно получилось. Не надо делать дырку языком, просто сиди спокойно. Так, подожди, стой. Не рви. Аккуратно. Нету лексексаль. На бороду налезла. Сейчас и на твою тоже... Давай. Набирай воздуха. Что-то напоминает мне, помните, в аншлаге был такой лук, как его там? С Новым годом пошел нафиг, да? Итак, девочки, ваше задание, очень все просто. Подождите. Все очень просто. Ребята, вы сейчас начинаете улыбаться. Улыбаться как можно шире. А девчонки начинают потихонечку тянуть эти челки просто вверх. У кого смешнее получится физиономия, не рви руками. У кого смешнее получится физиономия, тот и побеждает в этом конкурсе. Все очень просто. На счет три мы, я понимаю, что тебя уже просто плющит, потому что ты уже и порвал, у тебя ресницы очень длинные, и рвут эти колготы. Ребята, улыбаемся. Нет, ты на бандита похож какого-то. Разыскивается. Очень сильно. Где-то мы его видели, да. Маньяк серийный. На счет три начинаем улыбаться, и девочки, потихонечку тянем вверх, и все остальные просто смеются, но можно даже поржать. Поехали! Конечно, нос ожидал. Красный нос у тебя получился. Фух. Ну что, я думаю, на этом хватит, да? Не будем дальше натягивать обратно.